В Казахстане сегодня состоялась инаугурация президента страны. Им в пятый раз избран Нурсултан Назарбаев. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в Астане. Избранный на пятый президентский срок Назарбаев принес присягу и заявил, что время мировых перемен ставит каждое государство перед выбором – реформы или деградации. И пообещал представить в ближайшее время план нации и 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства.